Здравствуйте, в эфире программа «Городская среда» в студии Гульнара Гуруева. В настоящее время Минстрой Дагестана работает над единым реестром для выявления и учета незаконно возведенных объектов на территории республики. В этот реестр будут внесены все сведения по выявленным самовольным постройкам, включая их подробную информацию о каждом объекте. Сегодня у нас в гостях начальник информационно-аналитического управления Минстроя Дагестана Магомедов Руслан Ибрагимович. Консультант отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Дагестана Сахаватов Асланбек Тимирланович и заместитель фонда по урегулированию обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства Курбанов Тимур Муминович. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан Ибрагимович, расскажите, в чем преимущество этой информационной площадки? Какие данные она будет содержать и кто сможет пользоваться единым реестром? Изначально как бы Минстрой России уже с 22 года к нам по регионам спустил свою цифровую вертикаль строительной отрасли, которая включает в себя всех участников жизненного цикла строительства, объекта капитального строительства, начиная от проектирования, заканчивая сносом этого здания. То есть все пользователи и участники строительства имеют возможность использовать одну и ту же информацию для того, чтобы правильно эксплуатировать, правильно строить, правильно проектировать. Я по обратному пошел, но принципу, но суть понятна. И здесь наша система, которую мы создали буквально совсем недавно по самовольному строительству, она как раз исходит из таких принципов. Что, для чего это делается? Ну вот давайте возьмем два человека, там, не знаю, там, кто говорит на английском языке и кто говорит там на даргинском. Они вряд ли друг друга поймут. Но точно так же и с машинами. Нужно сделать так, чтобы был единый формат передачи данных между всеми информационными системами, для того, чтобы был один ввод данных. То есть, допустим, когда мы проектируем здание, мы ввели эту информацию об объекте. Следующий этап мы строим ее, берем информацию ту же самую. Мы ниоткуда не запрашиваем. Также мы ее эксплуатируем, также берем данные из этой же системы. Происходит эксплуатация здания. И последующий снос также берется и вносится в систему, и этот объект уходит в архив. Это позволяет использовать типовые решения для строительства на всей территории России и, в частности, республики, с учетом нашей сейсмобезопасности. Если говорить конкретно о нашей системе самовольного строительства, то вообще идеей создания данной системы повлияло на то, что наш глава Сергей Леонидович Меликов республики дал такое поручение о том, что есть огромное количество незавершенного строительства, самовольно возведенного строительства, незаконного строительства. И создал для решения этих задач правительственную комиссию, которая на своем совещании было принято создать реестр, который позволит отслеживать ход строительства. И наш министр Бахтияр Улаев дал такое предложение о том, чтобы создать некое пространство для работы всех надзорных органов власти по работе с этими объектами, с этим реестром. Для чего это сделать? Что мы сделали в итоге? В итоге мы создали единое пространство для работы всех надзорных органов, в том числе и для инспекторов нашего отдела контроля при министерстве, в том числе и органов местного самоуправления, инспекторов, которые выявляют эти объекты, в том числе и Министерства внутренних дел сотрудников, а также и прокуратуры. Что мы получаем на выходе? У нас есть единый реестр, в котором все самовольно возведенное строительство, в которое есть доступы и определенные роли у каждого пользователя, который имеет право делать с этим карточкой объекта только те функции, которые ему позволено делать. Невозможно удалять старые фотографии, которые внесены в саму систему. Для чего это делается? При факте выявления того или иного незаконного объекта капитального строительства делается первичная фотография. После чего, если этот объект там, через месяц продолжает строительство, да, то вторая фотография будет показывать о том, что есть динамика строительства и что кто-то бездействует из тех, кто должен это, так скажем, не бездействовать. Вот. Соответственно, наша система уникальна
Насколько я знаю, аналогов в России нет. Есть что-то подобие этого, но такая проработанная система есть только у нас, в республике. Не то чтобы хвалюсь, просто мы подошли к вопросу создания системы именно точечно для непосредственного решения данного вопроса. Не распылялись там на миллиард функций, а конкретику внесли. Кроме того, что очень сильно отличает от других систем нашу систему, у нас есть публичный портал, на который любой гражданин республики, да и России в целом, да и вообще в мире, может зайти и посмотреть по кадастровому номеру, по адресу объекта, этот объект является самовольно возведенным, незаконным объектом, имеет ли он разрешение на строительство, имеет ли всю документацию подходящую, кто у него подрядчик, кто застройщик у него. И, соответственно, на этапах покупки недвижимости можно определить, этот объект является незаконным или нет, имеет разрешительную документацию или нет. Для граждан, мне кажется, это прекрасная возможность определить для себя сделать правильный выбор. А готова ли эта система к эксплуатации в настоящее время? В настоящий момент мы в прошлом месяце протестировали систему, выявили ошибки, исправили их, доработали интерфейс, доработали функционал системы, добавили там карточки объекта. И как раз таки пришла идея в прошлом месяце о создании публичного портала для граждан. Это тоже мы сделали. Вот на вот, так скажем, вот-вотах выход значит, в публичную зону. Об этом мы сообщим на нашем телеграм-канале, на нашем сайте, что у нас появился такой публичный портал. И, соответственно, готова ли она сейчас? Да, я могу сказать, что она готова. Как раз-таки вот с коллегами буквально 20 августа мы провели первую демонстрацию по работе в системе с органами местного самоуправления. Рассказали и показали, как система работает, что в ней надо заносить. Показали сам функционал. До этого, за неделю, по поручению главы республики Сергея Меликова, мы раздали логины и пароли для сотрудников органов местного самоуправления. То есть сейчас мы что имеем? Мы имеем пользователей в системе, те, кто должны работать и заносить данные в систему. Сейчас мы имеем доступ, отдельные ролевые модели для МВД и прокуратуры. То есть они имеют возможность своевременно значит, инициировать свою деятельность. И система готова к работе, публичный портал будет готов к работе с 1 сентября ориентировочно. Там есть технические сложности по публикации данной информации, и поэтому мы примерно 10 дней закладываем вот с сегодняшнего дня, что через 10 дней запустим публичный портал. А кто должен будет пополнять реестр новыми сведениями? Источник данных, так скажем. Да, все вообще у нас по цифровой вертикали стройотрасли есть сердце цифровой вертикали стройотрасли. Это ИСУП, система управления проектами для государственного заказчика. Вот сама по себе, вот эти все системы, там ГИСОГД возьмем для архитектуры, Госстройнадзор для осуществления надзорных действий, да, там, надзорной деятельности. Сама единая цифровая платформа экспертизы. Это все одна единая цифровая вертикаль строительной отрасли, которую создает Минстрой России и Минстрой Дагестана, в частности, в своем регионе. И главное определить источник данных для этих информационных систем. То есть сама по себе система – это пустышка. Она никакую функцию не может выполнять без данных. Поэтому если в ИСУПе источником данных являются проектные и подрядные организации, в ГИСУГД являются органы местного самоуправления и наша архитектура, то в этой системе самовольного, соответственно, инспектора – главные источники данных органов местного самоуправления, а также отдел контроля Министерства строительства Республики Дагестан. У МВД и прокуратуры роль, так скажем, надзорная. То есть они не вносят данные, они смотрят конкретно, что происходит с объектом, ну и так далее. Да? То есть чтобы можно было соответствующую реакцию провести своевременно. Поэтому система готова. Кто в ней работает, это органы местного самоуправления, сотрудники органов местного самоуправления и вносят данные, соответственно. Тимур Маминович, а какие именно сведения будут вноситься в реестр? Как сказал Руслан Ибрагимович, он уже немного рассказал о самой системе, которая находится вот на стадии выпуска. Данный модуль «Акцент строй надзор» будут вноситься такие сведения в объекте, как непосредственно наименование объекта,
который будет выявлен сотрудниками органов местного самоуправления, самовольный объект, тип объекта или его назначение. Это коммерческое здание или многоквартирный жилой дом, стадия, на которой зафиксирован этот объект, кадастровый номер земельного участка, на котором возводится объект самовольного строительства, и координаты непосредственно этого объекта, фотоматериал объекта, а также меры, предпринятые сотрудником, закрепленным администрацией муниципального района или городского округа на данном объекте. И вот как раз-таки совокупность всех этих данных позволяет в полной мере идентифицировать данный объект и в дальнейшем наполнять эту карточку объекта. Как сказал Руслан, это те же самые фотоматериалы, и мы будем мониторить, координировать данный объект по стадии, стоит ли он или какие меры предпринимаются на данном объекте. А какое количество на сегодня в реестре объектов самовольного строительства, по скольким из них проведена экспертиза и что она показала? На сегодняшний день Минстроем Дагестана произведен первичный ввод данных в данную систему, в которую вошли, в общее количество которых составило 747 объектов. Это данные, получается, у нас непосредственно агломерации Махачкалы и Каспийска, представленные городскими округами, муниципалитетами, и 468 объектов самовольного строительства, обследованные ФАО «Роскапстрой». А что будет в дальнейшем с такими домами? В настоящее время в целях исполнения поручения президента Российской Федерации проводится работа в отношении объектов самовольного строительства, обследованных ФАО «Роскапстрой», то есть в отношении 468 объектов. Для этого в 2020 году была создана правительственная комиссия для принятия решений по данным многоквартирным домам. По итогам проделанной работы данной комиссии рассмотрены 190 домов. Это те дома, на которые уже имеется судебное решение о признании права собственности. И в отношении данных домов проводится такая работа, как сведения по этим домам вносятся в федеральную информационную адресную систему, в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого, определяется управляющая компания, проводятся мероприятия по организации официального статистического учета, то есть вносятся сведения в ДАКСТАТ, что обеспечивает их полноценное существование на карте города. Как известно, самовольно возведенные дома поделены на три группы. Расскажите подробнее, что представляют собой эти группы? Да, как раз-таки в рамках работы правительственной комиссии и обследованных домов ФАО «Роскапстрой» существуют разработанные планы мероприятий, то есть дорожные карты, которые объединены в группы по степени строительной готовности. Вот зеленая зона, желтая и красная. Вот немного о зонах. В зеленую зону внесены многоквартирные дома, строительство которых завершено. В отношении них вынесены судебные решения о признании права собственности. И данные объекты рассмотрены правительственной комиссией. Таких объектов у нас 190. В желтой зоне дома, строительство которых также завершено, однако отсутствует судебное решение о признании права собственности. И таких домов также 190. И в красной зоне это дома, строительство которых не завершено, отсутствуют какие-либо судебные решения. И таких у нас домов 88. Арсланбек Тимерланович, а какие факты являются основанием для признания постройки незаконной и ее сноса? Вообще, что является незаконной постройкой? Незаконной постройкой является здание и строение, которое возведено на земельном участке, не предоставленном установленном порядке, или на земельном участке, разрешенный вид использования которого не предусматривает строительство на нем данного объекта. Также незаконной постройкой является объект, возводимый в отсутствие разрешения на строительство и возведенный в нарушение градостроительных и строительных норм. Кроме того, постройка, имеющая разрешение на строительство, может стать также незаконной путем отмены разрешения на строительство. Чаще всего это бывает в тех случаях, когда застройщик отклоняется от параметров, указанных в разрешении на строительство. То есть администрация выдает разрешение на строительство, соблюдая все нормы и правила градостроительства, строительства, соблюдая нормы землепользования и застройки, а застройщик в силу своей выгоды решил отклониться от указанных в разрешении параметров. В этом случае администрация отменяет разрешение на строительство, и строение становится незаконным. Сотрудниками Минстроя в рамках своих полномочий проводятся выездные проверки, в результате которых выявляются незаконные строения, составляются уведомления и направляются в администрации городских округов и муниципальных районов.
Уже на основании этих уведомлений администрациями составляется иск и подается в судебные органы. Уже после этого вносится судебное решение на снос, и, соответственно, после этого здание готово к сносу, да, считается незаконным. Руслан Ибрагимович, а есть ли на сегодня готовые специалисты, которые будут регулярно вносить в реестр актуальные данные? Специалистов таковых готовых нет необходимости получать, создавать. Достаточно добавить цифровых компетенций. Вообще Минстрой Дагестана в этой части ведет одну простую политику. Вот если мы говорим о цифровых решениях каких-то, если мы говорим о каких-то информационных системах, это не означает, что нужно всех сотрудников убрать, взять айтишника одного, посадить, который будет забивать там данных, да, этим заниматься. Ни в коем случае такого так поступать нельзя. Поэтому Минстрой Дагестана что говорит? Добавляйте компетенции уже опытным сотрудникам. Для чего? У меня есть опыт, я могу просто добавить, там, не знаю, пару кнопок мыши, научиться там нажимать, и все, у меня эта компетенция есть, я могу работать в системе на своем опыте, значит, забивать те данные, которые нужны, следить за стройкой, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому в данном вопросе здесь мы подошли при создании системы по такому остаточному принципу, что мы понимаем, что разносторонние абсолютно есть пользователи, и, соответственно, работа в системе должна быть максимально простой. То есть, если вы увидите саму систему, ну, имеется в виду рабочую часть, вы поймете, что там настолько все просто, что можно в течение, там, не знаю, получаса обучиться. Вот наше обучение, которое мы провели 20 августа, оно примерно длилось там 40-47 минут. Это плюс демонстрации, плюс там вводное слово и так далее. Сама же демонстрация там была, может быть, 30. Причем мы записали эту, значит, наше совещание на камеры и в публичную поле. Сейчас создали группу в телеграм-канале, в которую добавляем пользователей системы, разослали, вот сотрудники как раз, наши коллеги, разослали по органам, сотрудникам местного самоуправления, значит, ссылки на группу, ссылки на ВКС, которую мы провели по обучению, и ссылку на сам портал. То есть мы этот момент сразу учли, и здесь тут ничего сложного нет, просто добавить компетенции. Тимур Муминович, а какие шаги нужно предпринять застройщикам, чтобы не попасть в список недобросовестных застройщиков? Вы знаете, с 1 июня 2019 года были внесены изменения в правила строительства жилья с привлечением средств граждан. Жилищное строительство должно осуществляться в соответствии с федеральным законом. Это об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В таком случае средства граждан, они как бы хранятся на счетах эскроу. И вложенные средства граждан находятся под защитой, тем самым обеспечивают себе банковскую гарантию. Основная масса недобросовестных застройщиков оформляется со своими клиентами не договора долевого строительства, как нам предполагает данный закон федеральный, а, например, предварительные договоры, втягивают их в системы строительства домов через ЖСК, торгуя квартирами под договорами займа и другими договорами. Таким образом, люди, отдающие свои многомиллионные средства за квартиры, дольщиками как таковыми не являются. Застройщик ответственность перед ними в полной мере не несет. Покупка квартир в домах, которые строятся физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и жилищно-строительными кооперативами, не позволяет республике в случае неисполнения обязательств застройщиков перед гражданами применять действующие механизмы по восстановлению их прав и защитить их права. Специалистами Минстроя на постоянной основе проводятся мероприятия в виде профилактических визитов в отношении застройщиков, которые начинают свое строительство, в рамках которых даются рекомендации о переходе непосредственно в законное русло. Это переход на федеральный закон об участии в долевом строительстве, 214 закон. Наряду с этим Минстроем Дагестана проводится агитационная работа с населением по повышению грамотности при приобретении недвижимости в республике. Кроме того, совместно с администрациями городских округов, муниципальных районов размещаются социальные рекламы информационного характера по необходимости приобретения жилья в соответствии с данным законом 214. Кроме того, в целях информирования граждан республики, каждый гражданин, желающий или намеревающийся приобрести жилье, на официальном сайте Минстроя
может ознакомиться с реестром, опубликованным как раз-таки реестр многоквартирных домов с применением, ну, с применением принципа светофоров, в котором отображены в цветовой гамме застройщики соответствии с данным законом. По такой же принципу, как я говорил ранее, это в зеленой зоне находится застройщик, который осуществляет свое строительство и продажи квартир на основании зарегистрированных договоров долевого участия, то есть в соответствии с требованиями данного закона 214-го. Либо жилищно-строительные кооперативы, получившие разрешение на строительство до внесения данных изменений, то есть до 2019 года, информация о которых размещена в единой информационной системе жилищного строительства. В желтой зоне организации, разместившие проектную декларацию в данной системе ЕЖС, так назовем ее аббревиатурой, без открытия эскроу-счетов. И это жилищно-строительные кооперативы, получившие разрешение на строительство до внесения изменений в данной ФЗ, имеющие право на привлечение данных средств граждан, информация о которых в единой информационной системе жилищного строительства внесена не в полном объеме. И в красной зоне организации, осуществляющей строительство объектов, сведения о зарегистрированных договорах долевого участия, по которым отсутствуют, имеются риски по данным объектам, по данным договорам, привлечения, незаконного привлечения денежных средств. И подводя итоги по данному вопросу, хотелось бы еще раз уведомить застройщиков осуществлять свою деятельность в соответствии с данным законом об участии в долевом строительстве, поправки, которые были внесены в 2019 году. И хотелось бы добавить для граждан нашей республики, которые намереваются приобрести жилье в нашей республике, они могут воспользоваться сайтом Минстроя, на котором размещена информация о застройщиках в виде реестра многоквартирных домов по принципу светофора. Руслан Ибрагимович, могли бы вы рассказать о ближайших планах вашего министерства? Конечно, с удовольствием даже. Я в прошлый раз, будучи на вашей программе, уже говорил о том, что мы планируем сделать в 2024 году. Я говорил как раз-таки о самовольном строительстве, то есть системе, которая будет показывать и с которой можно будет работать по самовольному строительству. Я говорил о том, что мы создаем реестр очередников, то есть те люди, которые нуждаются в сертификатах или улучшении жилищных условий. Мы планируем до конца года информационную систему реестра очередников внедрить. Она позволит обелить полностью весь этот процесс. Мы хотим даже до конца года, пока еще в планах, но в разработке точнее, да, то, чтобы нуждающийся человек при обращении мог не посещать ни Министерство строительства, ни соответствующее подведомственное учреждение, а делал это через госуслуги или через нашу систему. Мы вот хотим этого добиться к концу года. При разработке данной информационной системы использовался тот полученный опыт от нашего отдела контроля по заходам строительства и градостроительной деятельности. И как раз таки из-за того, что вот полученный опыт от отдела контроля по градостроительной деятельности, и нас начал курировать Абдулмуталимов Шамиль, нас и такового информационно-аналитического управления, то есть цифровиков, который до этого как раз таки курировал Госстройнадзор. То есть он знает о работе Государственного строительного надзора все, в том числе и по отделу контроля. Поэтому такой подход комплексный, да, нам помог создать именно такую информационную систему, которая отвечает на все запросы как пользователей системы, так и надзорных органов. Вот такие планы у нас, реестр очередников и добить самовольное строительство в этом году. Ну, я желаю вам удачи. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания.